В начале рабочего дня в офис детективного агентства зашла Зинаида Пряникова со своим мужем Семеном. Семейная пара была сильно взволнована. В чем дело? Вы должны найти мою машину. Зина, ну что ты на человека накинулась? Хоть бы поздоровалась. Вы уж простите ее, она сама не своя. А ты вообще молчи, олух царя небесного. Понял? Я сама все расскажу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы проходите, присаживайтесь. Я так понимаю, у вас угнали машину, да? Ну, рассказывайте. Проходите, проходите. Садись, говорят. Так я вас слушаю. Только недавно он ее из-за границы пригнал. Угу. Только мы ее на учет поставили. И на тебе. Что происходит? Значит, машина была с номерами, и на ней была установлена сигнализация. Ну, конечно, я все сделал, как только приехал, торопился, и... Да не слушайте вы его. Если б ты все сделал, ее бы не угнали. Да. Господи, несчастье мое, олух царя небесного, только с таким неудачником, как ты, могло такое произойти, ты понимаешь? В милицию заявление писали? Конечно. Они говорят, пишите заявление. И еще. Мы, конечно, находим машины, но только вот не все и далеко не сразу, и не скоро. Это что происходит? Вы вот что. Вы напишите данные машины. Цвет, марка, номера и так далее. Может, какие-то приметы есть там? Пиши. Скажите, а что же вы машину-то из-за границы гнали? Ведь у нас сейчас можно любую купить. Так ведь дешевле же! Угу. Я в нее все деньги вбухал, все, что было, 10 лет копил. Эх. Да. Да вы так не волнуйтесь, не волнуйтесь. Конечно, постараемся вам помочь. Я думаю, милиция не будет безучастна. Вот что, давайте сделаем так. Вы сейчас спускайтесь вниз, подождите меня, а я дам задание помощникам, и мы все вместе поедем, осмотрим место происшествия. Чтобы осмотреть место происшествия, детектив с помощниками приехали к дому Пряникова. Ну и где вы вашу машину парковали? А вон там, рядом с соседкой. У подъезда места не было. Пойдемте посмотрим. Пойдемте. Вот. Так, ну ладно. Вы давайте, а я домой пошла. Ага. Пойдемте вот сюда. Вот здесь. Здесь. Подождите, ну вот же машина. Очень даже по описанию походит на вашу. Нет, это соседская. У нас с ним модели одинаковые. Смотрите, люди добрые. Господи, какого мужика выставила жена из дома? Это смех. Это что за клоун? Городской сумасшедший. Это... Местный алкаш Витек. Жалко парня. Руки золотые. Слесарь от бога. Ну, я так понимаю, здесь с вечера, конечно, все затоптали. А машину-то во сколько поставили? А, часов 8, как с работы приехал. А утром в окно глянул и глазам не поверил. А вот наши. Ну, что там происходит? Что такое? Вот пылит придурок, а? Да, ураган. Нас ограбили! Ну-ка, Федя, быстро в машину и за ним. Давай, давай, давай. Лен, а ты останься здесь. На всякий случай все кругом фотографируй. Ну, вообще, присмотрись. М? Пойдемте к вам. Что же делать? Вы успокойтесь. Вы проверили, что пропало-то? Деньги на месте, а цацки? Да молчи ты, какие цацки? Двое Сережек, кольцо одно на последний день рождения подарил. Все деньги, все за машину пошло. Пойдемте посмотрим, пойдемте, пойдемте. По заданию Лукина, Федор продолжал преследовать незнакомца, сбежавшего с места происшествия. Федор, ну что там у тебя? Он двигается по направлению к набережной. Еду за ним. Не упусти его. Похоже, это он побывал наших клиентов. Давай. Да, неплохо порылись.
Это вы окно оставили открытым? Да что, я больная, что ли? Зима же на дворе. Ну, похоже, в окно он и сиганул. Да. Тем временем Лена осматривала место, куда преступник выпрыгнул из окна квартиры Пряниковых. А что ты тут делаешь-то? А что? Что, снимаешь, что тут? Вы идите, пожалуйста, не мешайте. Да? Да. А, подождите, а вы не видели, вот из этого окна никто не прыгал? Из этого? Выдает, а? Не, не видел. Хватит снимать-то. Хватит снимать, там что-то снимаешь. Меня он сними. Смотри, перед тобой какой красавица. Я тебе за это такую шуточку расскажу. Ты там живой. Ты представляешь, я тебе расскажу. Ну, знаете, извините, мне сейчас не до шуточек. Да? Да. Игорь Петрович, я все следы отфотографировал, что дальше делать? Ну, а теперь пообщайся с соседями. Кто что видел, слышал ночью, и что видели, слышали в течение последнего часа. А, хорошо. Давай, я... Куда пошла? Ну, я не слышу. По заданию детектива, помощница занялась опросом соседей, живущих в подъезде Пряниковых. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сотрудница детективного агентства. Можно вам пару вопросов? Какие очаровательные у нас сыщики. Ну, конечно, можно проходить. Вы, наверное, слышали, да, у соседей ваших, у Пряниковых, несчастье случилось? Да, у Семена угнали машину сегодня ночью. Да. Ну, вы проходите, может быть, чай. Опять? Ты-то перед кем хвост распустила? Павлин несчастный. Да вы неправильно все поняли. Я из детективного агентства, девушка. Только жена за порог, он уже бабу привел. Стелочка, ты все неправильно поняла. Да вы не поняли, мы тут расследуем. Пошла отсюда, расследует она. Пошла, я тебе порасследую. Вы что, сдурели? Я звоню, звоню, мне никто не открывает. Такие тяжести на пол бросать, как грохнет, мне чуть потолок не проломили. Да вы что? Вы что выдумали-то? Мы только что вошли. Будет врать-то. Сначала тут топали-топали, понимаешь, а потом как грохнет что-то на пол. У меня аж по потолку трещина пошла. Учтите, ремонт за ваш счет буду делать. Скажите, а когда это весь шум-то весь вы слышали, а? Простите, а вы кто такой? Не твое дело, карга старая. Ну, замолчи. Я частный детектив. Так скажите, этот грохот когда был? Частный детектив. Интересненько. Значит, говорите, шум был, да? Я, ну, минут 10 прошло. Ну что, Зинаида, похоже, замки никто не вскрывал. Замки целы, следов взлома не видно. Скажите, вы свои ключи случайно никому больше не давали? Давала. У Масловых. Это кто? Они живут прямо над нами. Нет, ну они тут ни при чем. Нет, ну что вы. Мы со Стеллой дружим с детства. И муж у нее, он человек очень приличный, довольно-таки солидный. Он машины из-за границы перегоняет. И... Да и если бы не он, мы бы свою не перегнали. Угу. Я здесь осмотрюсь пока, хорошо? Ну что, Лен, поговорила? Нет, не поговорила. Там хозяйка какая-то ненормальная. Решила, что я любовница ее мужа. О, да, все приходится делать самому. Ладно, иди, других соседей обойди. Давай. Я сказала, пошла отсюда. Ой, извините. Здравствуйте. Вы не захотели пообщаться с моей помощницей. Придется вам со мной разговаривать. Лукин Игорь Петрович, частный детектив. Позвольте войти. Ну, входите. Вадим! Это, наверное, тебя. Вы знаете, ваших соседей обокрали. Что вы говорите? Вот уж не везет Семену, так не везет, действительно. А ведь у вас же хранятся запасные ключи от их квартиры, так? Ну да, где-то были, только я давно их не видел. Стелла! Ну что? А вы не скажете, где у вас хранятся ключи от квартиры соседей? Ты представляешь, котенка, Пряниковых опять обокрали. Ужас, ты не видела, где ключи их? Ох, не зря я не хотела их у Зинки брать. Так недолго и под подозрение попасть.
Вы знаете, может быть, я их вместе со своей связкой на дачу увез. Вот, и там оставил. Ну, так... Ну да, бывает. Бывает. А вы скажите, не слышали, что в последние полчаса вот у соседей происходило? Да нет, как-то, да? Нет. Ну что ж, извините, что побеспокоил вас. Вы нас извините, что ничем не помогли. До свидания. В детективное агентство обратились супруги Пряниковы. У них угнали только что купленную иномарку. Лукин с помощником отправился к клиентам домой. Около дома детективы столкнулись со странным мужчиной, который был чем-то взволнован и куда-то очень спешил. Вскоре выяснилось, что пока Пряниковых не было дома, в их квартиру кто-то проник. Следов взлома обнаружить не удалось. По заданию Лукина Федор бросился в погоню за подозрительным незнакомцем, а Лена стала опрашивать соседей. Следствие продолжается. Подозреваемый, заметив погоню, пытался уйти от преследования. Федор ни на минуту не выпускал его из виду. Алло, Игорь Петрович! Я его упустил. Эх, жаль, конечно. Да, бросил машину прямо на светофоре, сбежал. Ну ладно, что ж теперь поделать? Ты вот что, осмотри машину, пробей ее по номерам, выясни, кто владелец, может, она в угоне. Ничего, одни дверь не открывают, другие ничего не знают. Да, какие-то соседи все подозрительные. Ладно, это все надо хорошенько обмозговать, сейчас поедем в офис, жди меня в машине. Ну что? Что Масловы говорят? Говорят, ничего не слышали, не видели. А ключи ваши куда-то задевали. Вы знаете, мне кажется, у вас в квартире просто что-то искали. Как вы думаете, что это может быть? Понятия не имею. А может, это как-то связано с похищением машины? Может, искали документы на машину? Кстати, где документы? А вот они всегда со мной. Вот. Я возьму это на время. Приеду в офис, посмотрю сводки, может, ваша машина где-то засветилась. Договорились? Я буду держать вас в курсе. Да, конечно, будем ждать. Хорошо. До свидания. До свидания. Ну что, ничего интересного. Вопрос соседей ничего не дал. Но мне почему-то кажется, что угон и ограбление как-то связаны. И Масловы эти не могут ключи от квартиры найти. А у тебя что? Ну... Машина вора в угоне не числится? Угу. А хозяин... Сейчас, секундочку. Соловьев Михаил Васильевич, молодежный 35. А что ты сидишь? Отправляйся к нему, поговори и отзвонишься. Давай. Неожиданно Лукину позвонил взволнованный Семен Пряников. Игорь Петрович, ну пришла беда от ворота. Зинаиду украли. Как так украли? Ну с чего вы взяли? От вас что, требовали выкуп? Нет. Вы вот что? Вы успокойтесь и расскажите все по порядку. Ну, как вы уехали, Зинаида пошла в магазин, а мне велела по дому прибраться. А потом позвонил сотовый, я поднял трубку, а там ее крик «помогите» и гудки, гудки, гудки. Подождите, а вы-то ей пробовали перезвонить? Пробовал вне зоны действия сети. Ну, я, конечно, сразу побежал к магазину, все осмотрел, нету ее там. А знакомая кассирша сказала, что ее сегодня вообще не видела. Значит, она в магазины не заходила. Но если ее действительно похитили, то обязательно позвонят с требованием выкупа. В общем, будьте на месте, я сейчас к вам выезжаю. Игорь Петрович и Семен ожидали звонка похитителей Зинаиды. Неизвестный номер. Спокойно. Вы отвечайте спокойно и включите громкую связь. Алло? Не отдашь товар, бабе твоей не жить. А если в ментовку обратишься, и тебя тоже прикончим. Ну, в общем так, я... Должен позвонить одному своему знакомому следователю. Вы что? Ее же убьют. Да успокойтесь вы. Я просто обязан это сделать. Алло, Григорьевич. Приветствую. Слушай, тут интересная череда преступлений. Вроде бы сперва не по вашей линии.
Значит, у человека угнали машину. Пока он приходил с заявлением в милицию, пока ко мне, к нему уже грабитель в квартиру залез. Но в квартире, похоже, ничего не взяли, но что-то искали. Так вот, через некоторое время у него жену похищают и требуют сейчас уже отдать какой-то товар. Какой, клиент не знает. Так что давай вместе думать, как с этим делом поступать. Давай, давай, будем на связи, да. Так, какой товар от вас требуют? Без понятия. А что они с ней сделают? Да ничего они с ней не сделают, пока им от вас что-то нужно. С ней все будет в порядке. Ну-ка, давайте-ка постарайтесь вспомнить подробненько всю вашу поездку за машиной. Когда назад ехали, где-нибудь останавливались? А, ну да, как же, там поесть, в туалет. А каких-нибудь поломок в дороге не происходило? А как же, у меня колесо спустило, мы на шиномонтаж заехали. Ну, я-то по ихнему балакать не умею. А Вадик, спасибо ему, обо всем договорился. А вот пока вам колесо абортировали, вы там находились? Нет, меня Вадик повез в местный город смотреть. Да, вот что. Вы сидите у телефона, если они вдруг позвонят, скажите, что все отдадите. Лен, ты оставайся здесь, а я к Маслову. Опять вы? Мужа дома нет. А когда будет? Понятия не имею. То есть как это? Ну что вы от меня хотите? Я ничего не знаю. У него какие-то неприятности. Он просил его не искать. Помощник приехал к владельцу машины, на которой грабитель скрылся с места преступления. Выйдя от Соловьева, Федор сразу позвонил Лукину. Да, Федя. Игорь Петрович, ну, в общем, Соловьев пьет и утверждает, что машину он купил только вчера, а за руль пока не садился. Так что обмывает. Я ему сказал, что машину угнали, только он даже протрезвел. Так, а машина где? А, ну я вызвал милицейский эвакуатор, он ее пока оттащил на штрафстоянку. А знаете, кто ему ее продал? Неужели Маслов? Как вы догадались, Игорь Петрович? Догадался. Ты хоть машину-то осмотрел? Ну да, посмотрел в салоне, ничего особенного. Постарайся выяснить, есть ли у этого Соловьева второй комплект ключей от машины. А потом соседей опроси. Нам надо установить, где находился последние сутки этот самый Соловьев. А потом сразу сюда. Тут, понимаешь, Пряникова жена пропала. Похоже, похитили. Да вы что? Сейчас приеду. А Игорь Петрович здесь? Да. Игорь Петрович, к вам! Ага, спасибо. Ну и что там у Соловьева? Ну, соседи сверху готовы на него уже в суд подать. Говорят, дебоширил всю ночь. Так что вряд ли это он. А насчет ключей вы как в воду глядели. У него только один комплект. Я только не понимаю, зачем было угонять его машину? Ну здесь еще просто. Зачем вору пользоваться своей машиной? Ведь могут номера запомнить. Давай-ка подведем итоги. Итак, Маслов не может найти ключи от квартиры Пряникова. Вор попадает в квартиру Пряникова, при этом замки целы. Отсюда вывод, как вор попал? Маслов дал ему ключи. Правильно. А машина, на которой потом скрылся вор? Ему продал Маслов. И, значит, он оставил себе один комплект ключей, чтобы в дальнейшем при необходимости воспользоваться ей. Угу. Напрашивается какой вывод? То, что Маслов и вор – подельники. И они зачем-то удерживают жену Пряникова, чтобы тот он вернул какой-то товар. Думаете, наркотики? Думаю, что да. К тому же машину гнали из-за границы. Пряникову в дороге бортировали колесо, да в машину могли запихнуть все, что угодно. Что будем делать? Есть одно соображение. Жена Маслова сказала, что будто бы у мужа неприятности, и он сейчас на даче. А я думаю, Пряников знает, где эта дача. Надо спросить. Ну что, больше не звонили? Нет, не звонили. Понятно. Семен, а вы не знаете, где у Маслова дача? У Вадима в Васильевке, 10 километров от города. А как ее там найти? Ну, такой ветхий забор, ой, дом с красно-коричневым забором. Да не ошибетесь. Хорошо, ребят, отправляйтесь туда. Значит, только наблюдать, ничего не предпринимать. Понятно? Все. Надеясь найти сбежавшего Маслова на его даче, помощники приехали по указанному адресу. Ну, в доме явно кто-то есть. Как ты думаешь, Зинаиду там удерживают? Да вряд ли, он же не полный идиот.
К Игорю Петровичу Лукину обратилась семья Пряниковых. У них угнали только что купленную иномарку. Приехав на место преступления, детективы столкнулись с подозрительным мужчиной, который был чем-то взволнован и куда-то очень спешил. Пряниковы обнаружили, что в их отсутствие в квартире кто-то побывал, но ничего не пропало. Лукин предположил, что человек во дворе может иметь отношение к происшествию. Федор бросился в погоню за подозреваемым, но тому удалось скрыться. Через некоторое время была похищена жена Пряникова, Зинаида. Преступники требуют вернуть какой-то товар. Под подозрением оказался сосед Пряниковых Вадим Маслов. Следствие продолжается. Вот что, расскажите-ка мне все о Маслове, все, что знаете. Ну, Зинаида и Стелла подруги. Они с детства в этом доме живут. Вместе замуж вышли, ну, стали семьями общаться. Зинаида Стелле смертельно завидует. Она меня совсем затюкала. Маслов, мол, хороший муж и хорошо зарабатывает, и жену одевает, и вон машины часто меняет. А ты что, что с тебя взять, ай? Понятно. То есть это она была инициатором того, чтобы вы поехали с Масловым за машиной, да? Ну да. Она говорит, ты поезжай с Вадиком, а я со Стеллой обо всем договорюсь. Понятно. Ну и вы согласились, да? Попробовал бы я не согласиться. Она от меня сосвету жила. Скажите, этот Маслов, он машину гнал на заказ? Нет, Стелле в подарок. И я подумал, если у Зинки будет точно такая же, может, она перестанет меня пилить. А тут вот такая оказия вышла. Машину тут чертову угнали. Квартиру вон перерыли. Ой, сигнализация сработала. Это моя машина нашлась. Видите, вибрирует. Это что же получается? А ты давай, ага, ногой ее, ногой, потом головой, она, может, и забьется. Да пошел вон, подонок! Что такое сразу, тебя подонок? Тебя тут еще не хватало. Это что же, это наша машина? Да как же это? А номера-то масловские. Тихо. Я попробую ее открыть. Не надо, успокойтесь. Ну что, товарищ, колись, твоих рук дело. Понимаешь, тут какое дело? Стелка, она же матьяра. Пришел к ней замок менять. Она мне пообещала 500 рублей, а дала 100. Ну, понимаешь, я такой человек, ну... Обиделся, значит, и решил отомстить, да? Да у меня ситуация такая была. Прихожу, выхожу, смотрю, две машины стоят, одинаковые. Думаю, все, Витек, белая горячка, допился. А потом нет, мне просто потом кореша сказали, что одна машина Стелкина, а вторая Семена. Ну, я и номера и поменял. Ну, а как же, когда номера отменял, что ж, сигнализация не сработала, да? А еще аккуратно надо. Понимаешь, я же профессионал своего дела. Я ее чик-чик, она два раза вякнула, и все. Мое. Молодец ты, Витек, наделал дел. Алло, Федор. Давайте там с Маркина глаз не спускайте. Да, он, наверное, сейчас начнет действовать. Но здесь мы его возьмем тепленьким. Наблюдение за дачей Маслова наконец-то увенчалось успехом. Слушай внимательно. Меня он уже видел. Алло, да, Стеллочка, что? И сигнализация орет, и машина, и не открывается. Подожди, я все понял, да. Хорошо. Сиди дома, не волнуйся, сейчас я буду. Так, едем за ним? Нет, подожди. Надо позвонить Игорю Петровичу. Алло, Игорь Петрович. Маслов садится в машину, мы едем за ним. Хорошо. Я думаю, он постарается угнать вторую машину. Зачем? Дело в том, что этот веселый мужичок Витя поменял номера на машинах Маслова и Пряникова. Так вот, если наша версия с наркотиками верна, я думаю, дилеры постараются исправить ошибку. Значит, товар все еще там, во дворе у Пряникова? Да. Будем подключать органы. Детектив позвонил знакомому следователю. Алло, Григорьевич. Ну, в общем, версия с наркотиками, похоже, подтверждается. Я даже знаю, где они хранятся. И знаю, что их попытаются сегодня украсть. Ну, договорились. Я на связи, попробую их вести. Сориентирую твой наряд. Давай. Объясните мне, наконец, что происходит?
Да я с удовольствием объясню, только позже. Гнездо мы разворошили, теперь остается ждать. Долго? Ну, я думаю, среди бела дня машину они угонять не рискнут. Угонять мою машину опять? И вы им это позволите? Да не волнуйтесь, не волнуйтесь, все идет по плану. У преступников очень мало времени. Посмотрим, что они придумают. До вечера детектив вел наблюдение за машиной Пряникова. Неожиданно подъехал эвакуатор. Лукин понял, что преступники начали действовать. Ему позвонил помощник. Маслов едет на окраину города, туда, где гаражи. Хорошо, давайте за ним, только ничего не предпринимайте. Я свяжусь с Григорьевичем, он обещал наряд подослать. Давайте. Следуя за эвакуатором, Лукин приехал к гаражам на окраине города. Там его уже ждали помощники. Что здесь? Товар где? В колесе. Вадим! Разреши немедленно меня! Ты зачем ее приволок ты сюда? Ты с ума сошел, она же нас видела! Да блин! Закрой свой рот! Что? Черт, Мелисса что-то запаздывает. Я не буду молчать, я не замолчу! Ну что, давайте будем сами действовать, а? Все, черт не шутит, пошли. Я всех вас назад! А ну стоять! Руки в горло, лицом к стене, быстро! Быстро, встать лицом к стене! Федор, одевай наручники. Лена, развяжи ее. Вы должны были меня охранять, а сделали так, что меня в заложницы посадили. Сижу на полу, я мерзну. Подоспевший наряд милиции изъял партию героина и доставил преступников в отделение. Лукин приехал к следователю Виктору Григорьевичу Нечаю. Спасибо. Пройдите. Значит так, я протестую. Зря вы выкручиваетесь. Ваш подельник уже дает показания. Вы перегоняли машины на заказ из-за границы и иногда перевозили в них наркотики. Так вот, когда ваша жена по просьбе своей подруги предложила вам взять с собой Пряникова, вы решили провести наркотики именно в его машине. Нет, это какая-то глупость какая-то просто. Пряникова поднимите ко мне. Спасибо. Спасибо. Подождите за дверью. Гражданин Пряников, расскажите нам, как вы в пути поменяли колесо? Ну, проколол он в пути колесо, и все. И подложил туда наркотики. Наверное. Так это что же, выходит, он меня с самого начала хотел подставить? Вот именно. Если бы на границе вдруг возникли бы какие-то проблемы, то Маслов остался бы чистей. Убил бы гада, который номера поменял. У меня из-за него... Да-да-да. Начались большие неприятности, не так ли? Начались. Так рассказывайте. Ну, давайте стул, что ли, тогда. Через несколько дней Семен Пряников пришел в детективное агентство. Здравствуйте. Присаживайтесь. Что на этот раз вас привело? Вот, пришел вас поблагодарить. Ну что, машину вам вернули? Жена довольна, наконец? Довольна. Только я от нее ушел. Ну как же так, вроде бы жили, не тужили, ну. А она как пришла, так опять завела свою волынку. Ты такой, ты сякой. И я подумал, вот когда Зинаиду держали в заложниках, дома тишина была. Да и ну ее нафиг, и вон из-за нее чуть в тюрягу не угодил. Ну, слава богу, что все обошлось. Ой, да, не стоило мне за это дело браться. Ну, все, Зинка. Нет, я теперь в деревню поеду, к матери. Там жить спокойнее. А вы приезжайте, порыбачим. Ну, значит, порыбачим. Ну что ж, как говорится, удачи вам в новой жизни. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Маслову и его подельнику предъявлено обвинение за незаконное хранение и сбыт наркотиков. Пряников уехал жить в деревню. Зинаида и Стелла остались без супругов, зато с машинами.